Здравствуйте! В эфире «Хвостатые истории». В каждом выпуске наша съемочная группа знакомится с разными животными и их хозяевами. Обычно их несколько, а в этот раз героев передачи будет около 200. Хвостатые истории этого выпуска будут посвящены пернатым. Мы отправились в гости к человеку, на подворье у которого живет около 50 пород различных голубей. Просторные вольеры и голубятня своими собственными силами опытный голубевод Александр на протяжении всей жизни развивает свое хобби. Общее число пернатых любимцев примерно 200 голов. Мне очень нравится разнообразие, почему у меня много пород. Я не люблю одну породу, мне скучно. А когда их разные породы, как-то интереснее гораздо работать. И просто мне нравятся такие породы, что их редкости, что их не найти. Ну, у вас же есть такие редкие породы? Есть, есть. Даже в России их очень мало. Одну из таких редких пород Александр пару месяцев назад привез из Москвы. Это гамбургская чайка. Таких голубей очень мало даже в пределах страны. Я всю Россию пролопатил, пока нашел. А чем же он так отличается, вроде бы, обычно? Ну, просто это зарубежная порода, немецкая. И ее мало кто завез сюда ее. Там-то за границей в Европе их много. Но у нас в России их мало. Ну, то есть, чем он все равно отличается, хотя бы по внешним признакам? Ну, то, что, ну как, каждая порода чем-то отличается, это ясно. У кого-то голова, вот малоклювость. Клювик маленький, крови, да, у него? Клювик маленький, чубчик задний, окрас такой интересный. Вот. Ну, они, хотя окраса могут разного быть, и желтый, и красный, и черный, и вот такие синие, и хвост белый. Вот. Их еще называют по-другому, если вот так вот, вышитые. Габурские чайки или вышитые. Ну а в чем вот плюсы, минусы вот именно редких пород? То, что уникально иметь? Просто мне нравится, что их нету, и мне интереснее работать, когда что они действительно уникальные. А минус то, что если что-то случится, не найти тяжело пару. Вот одну породу, например, у меня с Москвы я привозил, и остались одни голубки. А голубьев не было, самцов. И вот года через три я только нашел в Саратове голуби, то я еле выпросил. Он не продавал, но пошел он у меня на встречу и одного голубя продал. Теперь я вот получаю потомство, более-менее развел, а так их в стране очень. В Копейске число голубеводов весьма велико, держит голубиное хозяйство около 400 человек. Между собой они общаются, советуются и делятся редким потомством своих пернатых. Вот и на подворье к Александру заехал друг по интересам. Общаемся, я к нему приезжаю в гости, также вот привожу людей, кто-то хочет купить у него эту породу редкие. За советами, может, обращаетесь? Ну, за советами как бы так, чисто по телефону позвонил, да, там бывает такое, конечно, он занимается всю жизнь этими голубями, тем более такая разновидность пород, по каждой породе может рассказать, я думаю, что он даже у нас единственный, наверное, в области, не говоря уж про Копейск, что у него такая, ну, так много пород, и он знает, ну, как бы много голубя. Есть мнение, что каждый человек должен чем-то заниматься и увлекаться. Наши герои, однажды выбрав в качестве хобби голубеводство, заинтересованы им по сей день. Ну а чем вам так нравится заниматься голубями? Ну как чем? Это же, да, всегда его задают. Кто-то держит рыбок. Я их не понимаю, что они от этого получают. Сидят, наслаждаются. Они в доме сидят, я пошел на улицу. Есть, например, простой пример. Пришел я с работы, уставший, например, да? Я, может быть, так бы и не пошел гулять на улицу, а тут я пришел, покушал, помылся и пошел голубей. Я знаю, что их надо выпустить, покормить также, поприсутствовать просто с ними. Когда голубей несколько, как у Евгения, то и времени на них уходит немного. А вот такое большое голубиное хозяйство, как у Александра, требует должного внимания и ухода. Ежедневно птиц нужно дважды кормить. А с самого утра первое, что делает голубевод, это заходит проверить пернатых. Осматривать их нужно постоянно. Иногда случается, что голуби могут заболеть. Каждую осень Александр ставит прививки своим питомцам, а молодых голубей вакцинируют, как только они подрастают и начинают сами есть. Раньше удержали. В принципе, заболевание маленькое было. Мы, в принципе, не лечили даже. Не знали, что такое таблетка. Сейчас без этого никуда. И в последнее время птицу надо вакцинировать. Если не будешь вакцинировать, то пойдешь большой будет.
Порой найти голубя желаемой породы бывает непросто, но в этом-то и заключается интерес для Александра – иметь в хозяйстве такую птицу, которой не будет больше ни у кого. Вот это редкая порода. О, какой красивый! Это какой-то свадебный. Нет, это павлин. Вот. Шелковый называется. Павлин шелковый. Красавец. Вот. Вот я говорил, что я еле выпросил вот такого голубя. И вот это молодой. Как его взять? Он не хочет. Вот. Это какая порода у вас в руках? Это саксонский священник называется. Тоже долго я искал, нашел в одном месте и не мог вывести. Никак. И не мог шофера найти, чтобы туда съездить просто самому. Но потом нашел одного дальнобойщика, он мне привез. Откуда вы привезли его? Это с Туапсе. Какие примечательные черты? Ну, то, что он двухчубый. Вот спереди чубчик, вот он, сзади чубчик. И вот есть еще пояса белые на крыльях. Вот. А лапки? Ну, лапки могут и большие быть, и небольшие. Тут же это, тоже перья. Это уже дело десятое. А так вот красота-то, вот то, что контрастность вот такая есть. Саксонский священник так называется, потому что расположение перышек на его голове напоминает рясу священника средних веков. Вообще породы голубей с интересным оперением выглядят необычно. У некоторых особей перья растут очень густо. Например, у якобина они напоминают парик. Вот это якобин. Тоже зарубежная порода. Якобин почему-то. Его создал монах Якоб. Его, в честь его назвали якобин. Типа то, что у него как капюшон. Ага. А вы ему обрезали, да, да по краям? Да, обрезаю, чтобы он видел немножко, а то полностью не видно. И, а когда он племенной сезон начинается, он должен и яйцо увидеть, и птенцов увидеть. А это самка или самец? Это самка. Приобретая голубей новой породы, Александру нужно получить от них потомство. У голубок редких пород материнский инстинкт развит слабо, поэтому высиживают за них яйца и выкармливают птенцов более простые птицы. Их называют кормилки. А несутся как часто? Как яйца будешь убирать? А то снеслась, например, я раз убрал для подкормилок. Она через 7-10 дней еще сносится. Я опять убрал. Через 7-10 дней она опять сносится. Ну, потом я уже оставляю им, чтобы они покормили, потому что сильно часто менять, то есть вот забирать яйца нельзя. А вы их забираете, и дальше с ними что происходит? А кормилки у меня специально голубятня, там малоценные голуби, но они хорошо кормят. В основном Александр разводит декоративных голубей, ухаживает за ними и участвует с пернатыми на выставках. Конечно, в голубеводстве есть и спортивное направление, но нашему герою больше по духу получать от птичьего хозяйства эстетическое наслаждение. Это именно для красоты. Они не летают. Они просто созданы. У меня в основном вот декорация. Вот. Поэтому я их не выпускаю. Они вот залетят за дом, уже не знают, куда лететь. А как вот происходит обучение голубей, чтобы они улетали, возвращались? Как их научить? Это постепенно, это тренировки. Даже вот молодежь выходит первый раз, они вот на крышу, они не надо пугать их сразу, они должны поспокойно посидеть, оглядеться, запомнить. И потом потихоньку начинаешь их учить летать. А почтарей тоже так же, на расстоянии это выводят их, выпускают. У них вот до сих пор еще неизвестно, как это в голове такой, что они за столько километров находят. Кроме голубей декоративных и спортивных, есть еще и мясные. За границей блюда из них подают в ресторанах за немалые деньги. Одна из самых крупных, если он еще молоденький, он вес не набрал, он достигнет 1,5 килограмма веса. Вот их на мясо. Ничего себе. Он молоденький. Это, по-моему, вот голубочка. Какой? Голубочка, по-моему, будет. А, голубочка. А как вы различаете эту голубочку? Ну, голубочек более такая нежная голова, утонченность. А у голубя по-грубому. Хотя может все равно ошибиться. Александр серьезно занимается голубеводством уже больше 40 лет. Он знает подход к каждому своему пернатому питомцу. Как-нибудь ласково называете? Ну, конечно. И ругаюсь на них. А как? По-всякому. И почему не несешься? Разговариваю. Почему тут у тебя все грязно в гнезде? Мне даже жена говорит, ты с кем-то разговариваешь. Я говорю, с голубями. Следующие наши пернатые герои живут уже дома. Этот красавец – попугай породы Карелла.
Кареллы характеризуются ценителями экзотических пернатых как очень оригинальные, умные и достаточно непроблемные в содержании домашние питомцы. В семье Ивана такие попугаи появились 1.5 года назад и по сей день радуют домочадцев. Мы сначала взяли девочку, то есть мы Татошу сначала взяли, купили. Нам ее продали как мальчика, мы ему взяли подругу, чтобы он не скучал. Назвали ее Пуся, и в итоге оказался Пуся мальчик, а Татоша девочка. А как их различить? Вот только по цвету? У мальчишки голова пожелтела к периоду созревания, значит, он мальчишка. А если они другого окраса, то ты их никак не различишь, то есть они только по поведению отличаются, и все. Mm-hmm. А почему именно такие попугаи? Потому что волнистик это как-то обычно. Они у всех такие. Хотели что-то другого. По уходу сложно ли за ними ухаживать? Нет, не сложно. Довольно просто. Корми, убирай. Витаминки давай. Для питания карелла лучше всего использовать уже готовые полноценные кормовые смеси. Но даже несмотря на то, что птички считаются экзотическими, поесть обычные крупы они не откажутся. Пачку корма взял, яйцо сварил, пачки корма им хватает, на месяц, на полтора, всяких сладостей, лакомства, сенегальская проса, палочки медовые, они их любят. По еде, кроме корма, яйца, да, говоришь, что еще можно? Яйца, кашу, смесь, какую-нибудь, гречку, перловку, пшено. То есть варишь, рис тоже варишь. Потом пророщенное зерно они кушают, кукурузу. Сколько раз в день они кушают? Кушают? Как-то мы не контролируем это. Они сколько захотели, сколько покушали. Сейчас они, когда у них птенцы, они за шестерых едят, Птенцы? Когда они появились? Как это произошло вообще? Вы ожидали такого? Ожидаемо. Они еще нас немножко подставили, как раз когда мы собирались уехать в отпуск. Они начали класть яйца. Птенцам нет еще и месяца. Вылуплялись они по очереди, поэтому у кого-то уже начинают появляться перышки, а другие совсем еще маленькие и лысые. Полностью опериться и начать летать малыши должны примерно к 2 месяцам. Неделя, наверное, у них разница почему-то. Они сначала вылупился первый, а потом через почти около недели вылупился второй, и так третий, четвертый. Конечно, видно, что этот уже крупнее. Да. За птенчиками попугаи ухаживают сами, а на то, что мы берем в руки малышей, родители никак не реагируют. Как они заботятся? Кто больше уделяет внимание, мама или папа? Я наблюдаю, отец кормит больше. А мать отец больше кормит, а мать больше с ними находится, их греет Для птенцов Иван сделал специальный домик, а у взрослых попугаев просторная клетка. Каждый день, приходя с работы, хозяева питомцев выпускают их полетать по дому. Птицы могут сесть на голову или плечо домочадцев. А если им дать любимое лакомство, то спокойно устроятся и на руке. Это сенегальская проса, они любят его очень сильно. Иди сюда. Он, наверное, бы за него родину продал. То есть, когда мы предлагали ему обычный корм, он не хотел садиться? Нет, это экзотика, это вкусно. Поведение попугаев отличается в зависимости от пола. В период созревания мальчик начинает себя вести более активно, чем девочка. Он даже умеет говорить одно слово – птичка. Пусик стал распеваться. Начал уже такие признаки подавать более мужские. Он более как-то к людям тянется, чем девочка, да? Раньше Татоша была более к людям ориентирована. А потом все, говорит, я твой мужчина, говорит, теперь ты к людям не подходи, теперь я буду к людям подходить. Попугаи породы карелла стали для Ивана и его семьи любимыми питомцами. Пуся и Татоша дружелюбные и неприхотливые. А когда хозяев нет дома, птички играют между собой и не нуждаются в постоянном внимании.
Каждый раз наша съемочная группа убеждается, что для разных людей подходят разные домашние животные. Для кого-то это собака или кошка, а для других целая стая голубей или милые попугайчики. Но все питомцы по-своему интересны. Кто же станет героями следующего выпуска, вы можете решить сами. Присылайте свои идеи на почту tvsobakainsit.ru, либо же пишите в нашу группу ВКонтакте. Мы ждем ваших идей. До встречи!